спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелл. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империя охотится. Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну, все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Винхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Савнгард ждет. Нет, не может быть. Я сплю, я сплю. Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет! Хорошо, покончим с этим. Шо? Мар, Тибела, Кинарет, Акатош! Боги, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка! Генерал Тулей, военный наместник. А с ним, похоже, далмарцы. Проклятые эльфы. Наверняка это все они. Это солдат. А ну домой, живо. Да, папа. Выводите их из повозки. Живее! Почему мы остановились? А ты как думаешь? Приехали. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте, мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, вор. Скажи им правду, мы не с тобой, это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривермуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед! А кто ты? Ты из рифтонских докеров, ящер? Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. В бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. Мы отправим твои останки в Чернотопье. Иди за капитаном. Ульфрик Буревестник, здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тулей. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериусу. И да прибудет... Во имя Талоса Могучего заткнись и давай к делу. Ибо вы, как скажете...
Я что, все утро ждать буду? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. А теперь ящерица! Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к плахе. Твоя очередь. Мы сбежим, Хатман. Тебе нас не остановить. Отлично. Смогу ли я разрезать путы? Ну вот. Пошарь вокруг, тут полно снаряжения. Выбирай. А я поищу что-нибудь от ожогов. Надевай-ка броню. Я пробую тут. Давай, не будем задерживаться. Эта тварь еще рядом. Ничего не остается, только двигаться. Будет так.
лучше здесь, внизу, чем... Ничего не остается, только двигаться. Ничего не остается, только двигаться. Дракон никак не уйдется. Смерть империи! Мы не дадимся! Ну что, готово? Сюда. Лучше здесь, внизу. Лучше... Ничего. Плевион, и куда же нам идти? Где же вы? Погоди, Мит. Давай! Ладно, давай искать выход. Посмотрим, куда ведет этот ход.